Всем привет! Вы на канале «Где мои дети?». Меня зовут Женя, а это Викусенька, моя сестренка. Мы уже готовимся к 23 февраля. В нашей семье один мужчина, все остальные девчонки. И мы решили подарить папе нашу фотографию. В оригинальной фоторамке. Давайте сделаем ее. Для этого нам понадобятся старые джинсы, ножницы, фоторамка, термопистолет и, собственно, фотография. Для начала вставим фотографию в фоторамку. Вика, давай. Держи. Вот мы и вставили. Украсим верхние и нижние углы рамки улиточками из джинсы. Женя, давай разрежем старую штанину на тонкие полоски. Мы берем ножницы, режем полоски шириной примерно 0,5 сантиметра. Закончили с полосочками. У нас получилось вот так вот. Сейчас отрежем их. Жень, помоги, подержи. Получились полосочки. Скатываем их в улиточки, закрепляя капелькой клея на конце, чтобы улиточки не развернулись. И так делаем со всеми. Ну что, Жень, получается? Конечно, а у тебя? Да. Мы накрутили улиточек. Теперь приклеим их к рамке. Приклеиваем их в хаотичном порядке. Я считаю, Женя, что достаточно. Я тоже. Хорошая поделка у нас получилась. Да, мне кажется, папе понравится. Дарите подарки дедушкам, папам и братьям. Пишите в комментариях, кого вы поздравляли с праздником. Ставьте лайки. Не пропускайте наших новых видео. И до новых встреч!